К сожалению, понимаете, за последнее время, как это ни прискорбно, на тему патриотизма высказались все. Вот, и причем, кто более далек от этого слова и от образа, так сказать, взглядов и жизни, тем высказывается, да, или просто какой-нибудь там носит значок «Я патриот России». Вот. Патриоты России – это, наверное, там, ну, в эпицентре. Это люди, которые отстаивают интересы России в Сирии, там, да, добровольцами в Донбассе. Наверное, кто добывает в Сургуте нефть. Вот. Кто исправно платит налоги, растит детей, является, так сказать, отслужил в армии, очень желательно, потому что страна большая, а защищать ее все меньше и меньше кому, да? Вот эти абсолютно нормальные люди, которые связывают себя, не считают страну, эту территорию, где он добывает или зарабатывает деньги, глядит, куда потом ему с ним переехать, чьи дети учатся за границей, якобы потом вернуться и что-то тут поднимать, непонятно. Вот, вот, наверное, эти простые люди, нормальные, не люблю слово простые, которые являются патриотами своей родины, у которых здесь могилы их предков. Их дети, они сами связывают судьбу именно с этим государством. Не обязательно будет это, образно говоря, там Кинешма, Москва, но однозначно это государство. Вот это являются патриотами.